Вы в своих трудах вы знаете, Русь была весьма развита с незапамятным временем, обгоняя в развитии Европы аж на два столетия. Но, во-первых, человек видно, явно не читал мои книжки, потому что о том, что обогнала об, была впереди на две столетия, я тогда ни, 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 никогда не писал. И, во-первых, не на две столетия, а на тысячи лет. Просто потому, что он читал, потому что все культуры, которые возникли в Европе, даже языки, они корень имеют русский. И опять-таки, не то, что я вот хочу чокнуть такой вот помешанный, националист и так далее. Я не националист. Потому что есть истина, а истина всегда дороже. Понимаете, правда, она не, не, не ублажает очень многих. Но правда есть так, как она есть. Потому что, опять-таки, среди моих друзей, и не только здешних, скажем так, земных, ну и так далее, представители множества рас и цвета кожи, и таких, которые даже вы не слышали. И не представляете. Это ничего не значит. Важно, что данный человек несет. Вот когда у меня была первая школа семинара в Америке, среди моих слушателей была одна женщина из. Она закончила школу раввинов и было происхождением из палестинских евреев, их называют сабры. И вот когда я начинал читать, и объяснять, что там написано в Ветхом Завете, она: Вот почему вы типа негативно относитесь. Типа, вот там я говорю, а вот, хорошо, я привел хоть один факт из Торы и Ветхого Завета, хоть один исказил, он говорит, нет. Я говорю, так в чем же я клевещу? Все факты я взял из Торы, из Ветхого Завета. Все до одного из них соответствуют до буквы тому, что написано. Так в чем же я клевещу? Просто то, что я говорю, что все деяния направлены на уничтожение и разрушение, правильно, так это не я же написал. За что говорит, что вот типа я, искажаю, неправильно преподаю, преподношу? Ни одного положительного деяния, ни одного, ни ветхом, ни новом, знаете, Моисеем не было, только уничтожение, разрушение, уничтожение, разрушение. Так что-то я написал, я искажаю суть, нет. Но это не самое главное. И вот она говорит, вот, а как же так? А у нее действительно природа хорошие задатки? Так вот, и я говорю, хорошо, давайте сделаем так. Вот я мозги перестроил в то время, и она могла уже просматривать три вещи. Вот чтобы вы не сказали, что я вам навязал чего-то, вот когда пойдете домой в свое время, просто посмотрите, кто, кем вы были в прошлых жизнях. Она приходит на следующий день, вот такие шары. Я говорю, вы знаете, а вот тогда я была эскимосом, а вот тогда я была в Африке, а вот тогда я была в России, и вот я видела могилу, и там какая-то странная надпись, что-то, ну, для них произнести слово Вячеслав сложно. «Да, Вячеслав, да, да, вот такое имя было написано. Так что, я говорю, а что? Тебе скажите, кто вы? Эскимоска, негр, русская или еврейка? Она выстрочена. Так вот в чем дело. Тело это одежда, генетика одежда. Конечно, когда мы уходим в тело, это наша память заблокируется в большинстве большинстве случаев. Так что важнее? Одежду мы меняем. То есть, получается, сущность переходит из тела в тело. И меняет Так кто по национальности? Не национальность важна, а важно, что и какой человек. Он или созидатель, и разрушитель. Если созидатель, я приветствую, мне совершенно не имеет значения – какой цвет кожи, национальности и так далее. И где у кого чего растет. На ушах или на голове, где хвост, где рога и тому подобное. А вот если разрушитель, то если он будет идеальным человеческим обликом, для меня он враг, и с ним я боролся и буду бороться. Вот такова им позиция. Нравится кому-то нет и так далее. Так вот, когда она увидела это своими собственными глазами, для нее был шок. И вы думаете, почему из идоизма, а потом из христианства убрали даже идею перевоплощения? По этой причине дурачить не получится. Потому что если тоже христиан оставить, что перевоплощение было, между прочим, это было, а потом убрали, то получится следующее. Ага, человек ага, в той жизни был рабом, и в этой жизни рабом, и опять рабом, а кто-то как был мерзавцем, так и остается мерзавцем. Так что получается, скажет человек, да? So, мне говорят, что ты сдохнешь, и тогда получишь, попадешь в рай, если будешь терпеливо и э, смиренно принимать свою э, сказать, судьбу. А Оказывается, принимай, не принимай, все равно будешь рабом потом. Чтобы они сообразили быстро это. Они не могли сразу убрать, потому что нужно было время, подождать, пока это все жившие более знающие об этом вымрут. Но потом, зная, что если хранить, что перевоплощение, что сущность нового, входит в новую генетику и так далее, то тогда вся их ложь будет бессмысленной. Что и сделали. Так что